Все, молодец. Одеваемся, да? Все, отлично. Небольшую пупочную грыжу детский врач-хирург Звенигородской больницы советует массажировать и убирать бандажем без операции. Уже более года Рахманали Ахмедов ведет здесь прием своих маленьких пациентов. Общий стаж врачебной практики ни много ни мало 22 года, хотя в детстве о хирургии не мечтал. Если честно сказать, у меня уши болели. Я хотел стать лор-врачом. Ну, когда учился, мне понравится вот эта дисциплина, детская хирургия. И до сих пор занимаюсь детским хирургом, работаю детским хирургом. За плечами работа в Таджикистане, Хабаровске, Екатеринбурге. Пока в Звенигород не удается привести семью, жилищные условия не позволяли. Но выход неожиданно был найден. Меня спросили, где живешь. Я говорю, у друга. Ну, они посоветовали, что у нас есть социальная ипотека. Подъемный. Я говорю, если есть, поможете, буду участвовать. Администрация больницы, отдел кадров помогли в оформлении документов, и вот в руках заветный сертификат на получение социальной ипотеки. Теперь осталось подобрать квартиру по душе и привести семью, в которой жена и дочь тоже врачи и наверняка смогут оказывать квалифицированную помощь жителям Одинцовского округа. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».